Здравия желаю. Ну, что мы хороним комбата, это ничего не скажу. Мы хороним близкого друга, хорошего товарища. Мы хороним человека, который показал на деле, как надо любить Родину. Очень тяжело говорить. Братья, нас остается все меньше и меньше. Но мы должны прожить эту жизнь так, чтобы не только за себя, а еще за них. И пускай враги знают, сколько бы они нас не убили, для них это все будет хуже и хуже. Мы будем приходить с того света тихонько и смотреть за жизнь. Или не тихонько. Хочу сказать отдельно спасибо матери. Вы воспитали хорошего сына. Это настоящий был человек, настоящий командир. Я до сих пор не верю, что его нет. Ну вот лежат его друзья, Арсен, они все вместе. Ребят, мы когда-нибудь все к вам придем. Ну мы клянемся, что ваша смерть не зря будет. И все, что мечтали, о чем думали, ради чего вы умерли, сделаем мы. Если не мы, так значит сделают наши друзья, товарищи. У нас много, и все равно мы добьемся того, чего мы мечтали. Царство небесное. Вы знаете, друзья, хватит. Смотрите, один лежит, второй лежит, сколько еще ляжет. Пацаны, вы умерли не зря. Ваша смерть была не в бою, нас боятся. Нас убивают из-под тишка специально, потому что эти сволочи. Сволочи, они потому что боятся убить нас в бою, не могут. У них не хватает ни силы, ни смелости. У них не хватает ни ума, ни разума. Ваша смерть дает нам право делать так, как мы считаем нужным. И мы клянемся, есть у вас оружие? Есть. Чего молчите? Без стволов? Так вот, друзья, пускай они, сука, знают, сволочи все, что и ваша смерть, Мишкина, пускай умоется кровью, и пускай такое горе придет в каждый дом тех, кто пришел к нам. Против нас воюют не люди, против нас воюют звери, а эти звери надо уничтожать, иначе эта бешеная зараза по всему миру расползется. Вот о чем надо говорить. За родной Иловайск. Именно это сражение стало особенно знаковым для меня. Живыми мертвыми младами вечную Печатается работа, но пытается Михаил, Господи, земля, исполнение и все живущие на ней. Печатается работа, но пытается Михаил, Господи, земля, исполнение и все живущие на ней.